Добрый день. Наконец-то появилось у меня немножко свободного времени, чтобы вам рассказать о моем опыте использования программы от VB Audio, виртуальный микшер, который известен больше всего, наверное, бананом. Побудило меня рассказать о нем, о том, что вышла новая версия под замечательным названием Potato или Картофель. Чем замечательна эта программа? Она позволяет вам, выглядит она вот так, это вот полная версия, как раз еще пререлизная версия, но уже с поддержкой ICO интерфейса, что замечательно. Что она делает? Она по сути заменяет вам ваш микшер, как железный микшер, так и виндовсовский микшер. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно для начала, соответственно, зайти на сайт, скачать этот самый Virtual Banan. Также, естественно, сразу же советую вам скачать виртуальный кабель, хотя бы как минимум один. Вот они, кстати, выделены. Для них специальные сегменты. Вот они. Скачайте для своей версии, так как вам нужно. Запускаете, устанавливаете, перезагружаете компьютер. То же самое с виртуальным кабелем. Для чего он будет нужен, тоже попозже объясню. Но мне он в стримах очень помогает. Вот после установки и перезагрузки вашего компьютера, запускаете эту программу, заходите в менюшку, выбираете System Tray Run on Startup, чтобы она автоматически загружалась при запуске винды и вам не приходилось ее вручную запускать. И после этого открываете, в зависимости от того, какой у вас Windows, но суть одна и та же, управление звуком, записью, и выбираете VoiceMeter Input в качестве использования устройства по умолчанию. И AUX можно использовать в качестве устройства связи по умолчанию. То же самое в записи делается. Для чего это делается? Ну, разделение. Это для, чисто для удобства. Вот у вас получается строчка WinMixer, который переименовывается самостоятельно, можете как угодно назвать. Я для себя обозначил как Windows-овский микшер его. И теперь понимаю, все, что в Windows звуки происходят, они проходят через вот этот вот столбик управления. Здесь появилась, кстати, новая функция не так давно, вот именно с этой версии, где показываются ваши запущенные приложения, которые используют звуковое устройство, и вы можете отдельно регулировать им громкость дополнительно. Этого раньше не было. Соответственно, вот на устройстве связи у меня висит Discord. Так. Самое главное, что обозначает вот эта вот куча всего. Каждый столбик имеет свое обозначение. То есть, если вы откроете сайт и зайдете куда-нибудь в какой-нибудь, как бы вам объяснить, если вы откроете какой-нибудь, вот, наверное, вот здесь будет понятнее, вот здесь, да, вот есть небольшое объяснение, вот, смотрите, здесь очень подробно показано, как вот он распределяется, то же самое в картошке этой самой. Первый вход in 1 устройство вы выбираете сами. Устройство 2 тоже железное, может быть виртуальным кабелем, может быть физическим устройством. И, соответственно, вот эти вот ваши VoiceMeter VAIO и AUX, это уже виртуальное. То есть то, что у вас в Windows крутится в операционной системе. И, соответственно, сверху справа это ваши выходы, железные выходы. Но они тоже могут быть, кстати, виртуальными, но об этом тоже чуть позже. Так, давайте остановимся поподробнее на разборе устройств. Допустим, у вас есть звуковая карта, встроенная в систему или внешняя, USB-шная, неважно какая, с поддержкой каких-то определенных драйверов ASIO или без поддержки ASIO. Если у вас нет поддержки ASIO, вы можете установить программу ASIO for All. Но если вы не знаете про эту программу, можете загуглить, там все на русском языке расписано. Она эмулирует поддержку ASIO, и, в общем-то, если у вас ее нету, можете ее использовать. Я пользовался одно время, пока у меня не было внешней звуковой карты.
и она меня здорово выручала. Так вот, вот у меня карта ASIO Sapphire до нового звукового выхода. К ней у меня подключен сейчас в данный момент микрофон. Вот он в первом строчке, я его подписал. Микрофон. Здесь есть различные устройства, дополнительные модуляции, эффекты, дилеи, гейты, компрессоры. Но я этим всем не пользуюсь, потому что я использую внешний предусилитель с компрессором. И также я использую еще одну стороннюю программу, которая позволяет запускать VST-плагин. То есть, вот, например, я пользуюсь мини-хост-модулятор в данный момент. До этого пользовался VST-хостом. VST-хост выглядит вот так. Суть примерно одна и та же, просто разные программы, которые позволяют вам запускать VST-плагины для обработки звука, как с микрофона, так и с других устройств, в том числе те, которые протекают в самом Windows. Чтобы вы не запутались окончательно, мы начнем с объяснения, что такое ASIO драйвер. Давайте откроем инструкцию на нашу звуковую карту, точнее мою. Вот она. И пройдем до архитектуры, 11-я страница. Вот она. Вот она, моя звуковая карта, и здесь вот расписано, как она устроена физически. Сколько у нее входов, сколько у нее выходов, и как это замешивается через программу. И здесь много информации, которая вам, в принципе, не нужна. Самое главное, вы должны понимать, что... Точнее, не понимать, а увидеть, посмотреть, какие порты используются. То есть... Вот аналог 1.4, и, соответственно, в DAV-IN это 1.4. Что это значит? Если вы включаете микрофон, подключаете микрофон к звуковой карте, вход, который называется MIC-IN-1, это значит, что в вашей программе типа бананы она будет находиться на порту 1. То есть мы открываем, выбираем Sapphire ASIO 1, и вот здесь у нас появляется в первом столбике ASIO Input 1+. Теперь давайте я вам расскажу, как звук заходит в мини-хост на вот эти вот VST-плагины. Вы заходите в меню, опции, и у вас есть внизу строчка Patch Insert. Если вот так вот ее поднести, то получается, что вот это вот IN1, вот они, два патча. Если я их отключу, VST-плагины перестанут работать, и звук ухудшится. Только в одно левое ухо. Потому что у меня вот здесь, получается, стоит вход моно. Вот он, hardware input out 1. Вот все порты возможные. И на выходе у меня стоит также 1+2, потому что я вот включаю, отключаю стерео. Чтобы у меня один канал микрофона подавался сразу и на левое ухо, и на правое ухо. И, соответственно, мы также дальше идем. Это у нас второй канал, третий канал, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот 11 и дальше, это у нас уже идут как раз наши вот эти вот виртуальные voice-meter VAIO, voice-meter AUX и так далее. Вот эти вот все кнопочки, это как раз и есть направление, куда мы их отдаем. То есть, если у нас выберено A1, это значит, я буду сам себя слушать с микрофона, точнее, отправляю микрофон на то устройство, которое у нас висит на кнопочке A1 вот здесь, в hardware out. Предположим, скажем, пришел к вам друг, и вы захотели с ним постримить, поиграть в какую-то игру вдвоем, ну там, допустим, на старой приставке. И вы хотите оба слышать звуки и не мешать друг другу. Соответственно, например, у вас, скажем, есть
Ну, я потом покажу фотографию. Покажу. Пусть там есть USB-микрофон или USB-гарнитура. В таком духе. А, ну и да, кстати, в идеале USB-гарнитура, потому что вашего друга же должно быть еще и слышно на стриме. Хорошему. Вы подключаете USB-гарнитуру. Она определяется вашей системой. И в банане вы ее увидите. Вот она, видите, появилась. Наушники гарнитуры. И вы, допустим, добавляете в А2. Это у нас наушники гарнитуры. И теперь, если вы отправите с микрофона на А2, то в наушниках появится звук с микрофона дополнительно. То есть, чтобы он будет все слышать, все, что я говорю в микрофон этот. Также я могу добавить вот USB-микрофон, например, у меня выделен столбик специально, и добавить сюда микрофон. Открываю, и теперь, смотрите, я могу даже вот вам сейчас проговорить в него. Раз, два, три. Раз. Естественно, здесь микрофон очень плохой. Ну, как бы вы понимаете, да, в чем смысл. И получается, я говорю свой микрофон, мой друг говорит свой микрофон, и, например, звуки с игры, они у нас, скажем, вот, допустим, в лайн-ине, например, скажем, вот на втором столбике находятся. И мы их отправляем ко мне на наушники и к другу на А5. Нет, не А5, а вот здесь, А2. И получается, этот звук будет заходить с игры ко мне в наушники, и звук с игры будет моему другу заходить в наушники. Ну и получается, он будет слышать звуки игры, я буду слышать звуки с игры, и на стриме будет слышно звуки с микрофона как моего, так и друга. Далее. Для чего нужен виртуальный кабель? Чем он удобен? Тем, что его можно использовать в качестве звукового устройства для OBS Studio. То есть вы ставите куда-нибудь из этих вот хардваре аутпутов виртуальный кабель. Вот он, например, Cable Bay у меня стоит. Пятая точка. И вы вот, чтобы... А, ну да, вот все правильно. Если это звук с игры, то вот получается ко мне, к другу и на стрим. Соответственно, мне на стрим. И, допустим, если я хочу, чтобы он слышал меня через наушники, то я могу ему еще отправлять. Если так слышит, то, в принципе, не обязательно делать это. Так же, как и здесь. Где тут получается? Вот его микрофон. Если, например, я не хочу его слышать, я отключаю. Ну вот как-то так. Дальше. Поставив виртуальный кабель и запустив OBS Studio. Неважно, студию или... Или более старую версию. Неважно, что вы используете, даже если это XSplit. Все это, по сути, одно и то же. Вы заходите в Settings, Audio, выбираете в качестве микрофона вот этот самый Cable B, виртуальный кабель, и отключаете стандартный звук этот, динамиковский, потому что он вам не нужен, и оставляете только микрофоновский звук. И получается, раз. Все, что вы будете говорить, будет сюда заходить. Вот сейчас я предпросмотр включу. Раз-раз. И вот все, что я говорю, у нас получается на стриме. И вам уже не надо будет вот здесь регулировать звук, отключать, включать. Все ваши регулировки будут производиться в банане. То есть в идеале у вас должно быть два монитора. Этот панелька выведена на второй монитор. И управляться. Насчет управления. Управляться можно ее при помощи не только интерфейса, но и горячих клавиш. Все это настраивается, все это делается. Есть определенные стандартные комбинации. Можете назначить макро кнопки различные. Почему?
теперь давайте поговорим по поводу ASIO драйверов. Почему именно я использую ASIO, а не вывожу просто устройство по одному? То есть сюда микрофон, допустим, вот так вот, да, вот просто выбрав микрофон, там, допустим, USB-шный, как многие делают, у кого особенно нету звучки с ASIO. А это именно для удобства управления VST-плагинами. То есть, когда у вас ASIO драйвер, и вы заходите в настройки программы, вы выбираете ASIO драйвер и выбираете устройство как раз voice meter, potato, insert virtual ASIO. Если у вас банана, соответственно, у вас просто voice meter, insert virtual ASIO. Если вы выберете, если у вас не будет с поддержкой ASIO драйвера устройства, то все, что вы сможете, только сделать одну линию. То есть вот он, одно устройство будет вход, и одно устройство будет выход. Вы не сможете одновременно в одной программе настроить, например, и микрофон, и, допустим, звук входа, допустим, с консоли, с игры, с тюльпанов, например. И не сможете, например, скажем, звуки с Windows автоматически сюда добавить. То есть вам все это нужно для каждого канала, для каждого устройства. Вам нужно будет запускать отдельно еще одну программу. И это очень неудобно. Это еще и ресурсоемко получается. Понимаете? Вот. Поэтому ASIO это удобно. Это быстро. А если еще и железно поддерживается ваша звучка, это вообще замечательно. Так. Давайте пойдемте дальше. Чем замечательно это еще программа? А, да, кстати, я так и не показал еще. Допустим, также у нас есть OBS Studio. Здесь все примерно то же самое, только настроек побольше. Когда вы заходите в аудио, убеждайтесь, что у вас... кстати, насчет герцовки. Следите, чтобы у вас везде килогерцы совпадали. То есть, если везде стоит 44, должно быть везде 44. Если везде 48, то везде 48. Что здесь... В банане 48, здесь везде 48, в звуковых устройствах Windows 48 и в VST плагинах то же самое, то есть здесь, вот здесь. То есть следите, чтобы частоты совпадали, чтобы не было звуковых искажений. Так вот, и вы здесь, когда в девайсы заходите, вот они у вас, аудио девайсы, вы просто выбираете, что у вас микрофон, тот же самый кейбл B, к примеру. Включаете его. Раз-два. Раз-два. И вот он у вас появляется. Остальные можете отключить. Или вообще их убрать. Они вам, в принципе, не нужны. Только одна полосочка. Ну, собственно, это и есть все. По поводу VST-плагинов, их использование, какие использовать, какие нет, это уже на ваш вкус, платные, бесплатные. Как говорится, заходите в интернет, смотрите, что вам нужно, что нет. То есть тут в этом плане ничто не запрещено. Использовать можете все, что угодно. Как говорится, вы творческие люди, должны понимать, что к чему, разбираться потихоньку. Все, что я хотел вам показать сегодня, это именно то, что эта программа очень удобная и позволяет делать многие интересные вещи, такие как пробросы, настройки звука по отдельности, использование VST-плагинов на каждое устройство отдельно. Это очень здорово. Это прям очень здорово. Особенно если у вас по какой-то причине на стриме звук заходит с нескольких устройств. Не только с одного вашего микрофона, но еще, например, когда вы стримите с PlayStation, и у вас там отдельно идет звук. Или, например, вы стримите компании, когда у вас там двое или трое человек, и у каждого свой отдельный микрофон. Когда вы хотите в конференцию, например, того же Discord, подать звук с игры. То есть, если у вас Discord вот здесь находится, на строчке B2, то все, что вам нужно, например, у вас игра висит в Windows, вот здесь на Windows Mixer, соответственно, вы просто нажимаете B2, и у вас в Discord отправляются звуки с игры.
Или можете, кстати, компании сидеть в Дискорде с одного компьютера. Тоже вариант. Все остальное, вот эти вот гейты, компрессоры, как использовать устройство, ревербрации, вы можете уже изучить самостоятельно. Здесь в этом ничего сложного нет. Это тот же самый обычный микшер, который, как и физический, только виртуальный, со своими плюшками, плюсами и минусами, скажем так. Всех, естественно, я освещать не буду. Все, что я хочу, чтобы вы просто попробовали эту программу самостоятельно и поняли, что она не такая сложная, разобраться в ней вполне реально, и после того, как вы в ней разберетесь, вы уже себе, наверное, своей жизни без нее не представите. Кстати говоря, все, что я вам демонстрировал сейчас с компьютера, вот этого, я захватывал на другом компьютере, на котором тоже есть звуковая карта с этим же самым потато. Все хочу назвать бананом, но теперь это потато у меня. Я могу вам даже показать. Правда, у меня здесь разрешение экрана другое. Это вот у меня получается компьютер, который сейчас захватывает видео. Как видите, я через цифру подал звук на цифровой вход внешней карты. Здесь она у меня другая карточка немножко. M-Audio FireWire. И вот эта вот строчка вторая как раз и есть у меня, отправляет на A5. A5 это у меня стоит динамик Cable A. И в OBS студии, которая сейчас захватывает, вот она. Ууу, красиво. Мы видим Cable A захват. Собственно, что там, ребята, пробуйте, устанавливайте, наслаждайтесь. Если у вас возникнут какие-то вопросы, например, как пользоваться там программами типа MiniHost или VST-плагины, я бы, конечно, мог записать видео, но я, честно, не специалист в этом. Я просто самоучка, который немножечко разобрался в этом, и, в общем-то, и вам советую с этим заняться. В этом нет ничего сложного, особенно если вы любите стримить или записывать звуки. Ну, там, допустим, для блогов, для YouTube-роликов и так далее. Потому что это значительно может повысить качество записи, особенно если у вас нету так много какого-то хорошего оборудования, микрофон дешевый или там гарнитура очень простенькая, и вы хотите, чтобы на стримах у вас качество было достаточно хорошее, громкость не так шумел, и, допустим, скажем, был лимит на громкость, чтобы люди в наушниках не глохли, когда вы орете. Все, всем спасибо, всем хорошего, заглядывайте еще на огонек.